сегодня проводим наш очередной турнир «Гладиаторы в клетке» под номером 9. Второй раз он проходит в городе Чугуев. Радует, что география наша растет. Есть здесь люди, которые поддерживают, развивают этот спорт. Спасибо Вите Евтюшкину. Он является тренером, вдохновителем спортивного клуба в Чугуеве. Также является творческой личностью. Мы даем молодежи возможность проявить себя в родном городе, перед родной публикой, чтобы их увидели. И будем ждать уже на профессиональных турнирах этих ребят-победителей. И надеюсь, со следующего года мы будем дальше продолжать делать наши турниры. Планируем делать их, ну, как минимум раз в месяц. Сегодня у нас состоятся поединки любительского уровня, 15 поединков, пара девочек и два профессиональных поединка рейтинговых бойцов, которые уже участвуют неоднократно в поединках смешанного стиля. Такие мероприятия, как вот сегодня проводят, они крайне необходимы для нашей молодежи, для развития молодежи. Они всегда лучше пусть занимаются спортом, чем занимаются какой-то ерундой. И хотелось бы отметить также постоянную помощь нашего народного депутата Дмитрия Алексеевича Шенцева, который не остается никогда в стороне и всячески помогает в развитии спорта во всем своем округе.